Все, давайте все последний раз, я выхожу. Я не могу сидеть здесь. Короче, страхом за дочь. Ну потому что бред. Понимаешь, меня больше всего бесит. Ты киданите его один разок через путь, все нормально будет. У меня ульта дает вам элитное защитное снаряжение. Выпрыгивай. Просто элитное снаряжение, я? Да. Давайте я передам роль. Давай, Лёх, как передать роль? Давай, Лёх. Чё, я? Что? Да, пошел. Я? Вниз. Вниз, пошел! О. Я потерял метку. А, все, вижу метку. Может, ну туда лучше? На те дворики, там больше. Нет, давай здесь. В принципе, мы здесь всегда нормально, хотя. Давай-то, а потом перейдем налево. О, как она меня выбешивает, блядь. Потому что вот ты вроде убиваешь, а вроде не убиваешь, и хер его знает, как играть, но. Вот это больше всего бесит. Так, короче, вниз надо идти. У меня стоит. Один бег, нужно бы к вам. Давай, может, отойдем. Ребят, Бля, меня положили сразу. На двоих вышел, пометил, на троих. Ребят, не около нас, но близко. Да вон, вижу, вон, на горе бегает. Вон там. Давай. Я предлагаю проверить все еще. Тогда. А? Я предлагаю на 207 сдвигаться, вот так вот я пошел. Давай. Главная проблема этой игры, у всех патрон нету. Ребята, дробовик, патроны у него. Рюкзак здесь валяется. Ребят, патроны скинул сзади. О, ППшка. У меня ППшка теперь, и у меня теперь ППшка и дробовик. Ребят, просто. Где-то да, это было... слышные эти. Вижу. Тяжелая карта. Стрельба под нами. Пометил. Вон они. Мне кажется, сейчас задницу зайдут и все. Ладно, давайте, наверное, по командам туда разбежимся. Ай! Ой, у них снайперка. Так, ребят, тогда не выходите. Тогда, это да. Наша команда. Лёха. Так, за Лёхой. Чего? Пулей. Но мы не проследили. Я иду по правому, подальше от стрельбы. Они там же. Они видели, куда мы... Ну, я понимаю, но они там же, где стояли. Ну, я знаю. Но они слева. Если нам что? Надо двигаться тоже в зону, да не забывай. Я понял. А зона идет уже к нам. Просто боюсь, что в задницу пропустим их. Не бойся. А, ну там только, да, там только эпическая. Надо было тебе тоже, блин, мы и этот взять. У тебя как раз не очень... Я вижу цели, народ. Стой, пометь только. Вот я их пометил. Забей, далеко. Мы главное в задницу сейчас не пропустить. Они идут на меня так-то, далеко. Меня запалили, по мне стреляют. Да, я понял, все хорошо. Макс, я, короче, дроны кидаю. Давай, вот, давай. Всё, я дроны кидаю. Вы видите, я решил никого... Бля, меня спасили с одной пули, чё за нахуй? Вот я не понимаю. Сзади, потому что. Да не сзади. Сзади. Вы были. А, реально сзади. Ай, граната! Разворот, сюжет. Давай сюда иди. Ты его убил? Сзади, Макс. Я понимаю, да. Да что за бред, у меня патронов не хватает. Лёха, еще один, с щитом. Да вижу я, блядь. Кто стоит, ты чё там? А, Макс хилится, ну понятно. Ну слушай, я его ещё поднимал, Макс. Погоди. Прикройте, подними чувака, ёпта, он лечит своего. Рядом со мной, блядь. Он прям рядом со мной лечит, блядь, он сейчас его поднимет, ты будешь против двух. Вот рядом со мной, блядь. Ну одного сёк. А вон фиолетовый правее ползёт. Что за раненый фиолетовый? На меня смотри, Макс, на меня. Топ. Да, вижу. И? Где он? Всё, поднимай. Ух. Там с армата беги, поднимай, я подлечусь. Давай. Вообще жопа какая-то. Скину. Давай, скинь его и быстро, прям очень быстро. У меня фича, конечно, вообще охеренная. Просто съебаться вообще, как нифиг. Да спину нет, в спину не должны уже зайти. Надо двигаться дальше. Стой, Лёх, погоди, ну давай не так быстро, пожалуйста. А я пожалуйста. Вниз спустился, здесь один проход. Я понимаю, но вот в тот раз нас задницу могли бы замочить вообще на изи.
А тут давайте посидим, зона все равно недалеко. Куда-нибудь. Ну, когда заходишь на стрим, там должна быть ссылка. Пометь, просто пометь, просто пометь. Не сталкивайся. Вон там. Я не стреляю, нет. Давайте вот, ждать. Я поставил метку 88. Я понял. Давай в дом и сидим тогда. Ну, блять, вот дом это такая фишка. Просто мы в зоне. Априори, я самый бесполезный игрок, поэтому я с дробовиком побежал в дом напротив. Да, Лех, ну вот логика вообще, понимаешь? Ты бы с дробовиком помог тогда, если бы. На, блядь. Ладно, идем за ним. Все нормально, я зашел, все нормально. Дом Лех, чистый, ну проверено. Пожалуйста, нет, давай тактичнее играть. Я работаю тактичнее. Я зашел в дом, просветил его, понял, что дом чистый, зашел. Тактика, сынок. Что делаем? Нам туда. Ты уверен? Это в идеале. В идеале? Вон ящики, смотрите, не открытые. Забей, погоди, ты недоволен своим лутом, погоди, или что, я не понимаю. Почему ты хочешь за ящиками? Нет, я тебе просто говорю, ящики не открытые. А, да пофиг, зона, все, пойдем, да, потихонечку. Ой, забейте, нормально. Она мало, это мало, дамажит? Мало. Очень мало. Все, стой, вот сейчас нужно аккурат, прям вообще. Надо по карте посмотреть, куда идти. И главное не пропусти сейчас задницу, потому что там есть домик. Лёх, можем туда, кстати. Да. Там цель, там противник. Кто стрелял? Лёх, назад! Сверху, на 129. Лёха, назад! Со снайперки. Я поставил. Не стреляю никого. Прячьтесь. Я вижу. Вот вам кулак, блядь, суки. Я его кор... Ай! А я попадаю! Меня с двух пуль унесли, как так-то? Я ему щит. Вытаскивай свою фигню. Сейчас. Слушай, не резон с ними воевать. Я ему щит снес. Он тебе сейчас снесет. Блять, я броник думал, берите, броник берите. О, у меня броник-то нету вообще, кстати. Берите. А, нет, у меня есть такой броник. Нахер, броник мне нужен. И синие штуки используйте на крестовину вверх, где аптека. Ребят, палят по этому. Осторожно. У них нету, походу. Знаешь, что я сейчас делаю? Вот так вот делаю. Смотри, перебираемся направо. Или не буду стрелять по нему. Нет, они не стреляют. Да может, давайте не... Ай. В меня попали. Давайте не будем просто вылазить. Нам три секунды, надо идти, ребят. Главное, чтобы они не попали. Побежали! Стой, сейчас. Вот так. Самое забавное, я говорил. Они стреляют. Говорил? Говорил. Меня послушали? Не послушали. Не понял, про что ты сейчас? Ворчу. Просто ворчу. Дай поворчи человеку. Давай вниз. Да, вот здесь. Нам, в принципе... Только они сверху могут. Если аптечки есть, дайте кто-нибудь аптечку. Лечи, вот я, короче, сармат. Кину. Сзади! Ай, нет! Сармат, лечи, прикрою. Там проход, что ли, был? Сверху. Там был проход? Сверху просто. Лёха, я кидаю дрона. Давай. Супер. С какого нафиг сверху, я так и не понял. Сверху, вот, трос, видишь? Я два шприца скинул. Он Макс, оттуда, что ли, упал? Да, и ты его не заметил. Правильно, я его не видел, я в другую сторону смотрел. Ну, как сармат, короче, то же самое было. Давайте залутаем его, может. Не, ну сармат-то зашел, я вообще не видел его. Опа. Кто-то был? Вот та хуйня, понял? Нет, он упал. Летит! Он тут, они тут. Все, минус. Уже нет. Они улетели или что? Да нет, я его сбил, видишь, он. Бэкпак Куала. И Макс так, я аптечку, походу, короче, сейчас заюзаю по-бырому. Мы их перехуярили, надо, короче, пацаны, это, подниматься наверх. Давайте, я поехал. Блин, короче, дайте я... Ребят, хочет, поднимайтесь. Сейчас я, короче... А, ребят, у нас зона не там. Парни, я наверху, поднимайтесь срочно. Сейчас, я думаю, здесь трос есть. Или должен быть какой-нибудь там длинный хуйня, не знаю, какой-нибудь там натянутая. Фух, слушай, пулемет вообще. Да нихуя нету! Нихуя а потому что нету, они все пацаны заюзали. Давай вниз опять! Да я не про это. Ребят, вниз по этому. Но, я надеюсь, я выживу.
Я выжил, зашибись. Да? Да. С высоты прыгнула, заебись, а вон внизу видишь. Блин, ай, я бегу. Сейчас пока до вас бежать буду. Ребят, три отряда осталось, давайте аккуратнее. Я только что перк юзал, вот прям только что. Пацаны, сейчас перки все включаем, короче. Включаю дрона. Парни, скажите, пометил, пометил. В дом заходите, я зайду. Пометил, вон они. У меня... В дом! Блять, говорил, в моем доме никого нету. Вы не, там был, братан. Был. Не было никого, я был. Только что стоял. Он пометил прям. Стоял. Был. Да я есть легкие я патроны стоял. Лишние, а то у меня, короче, сейчас. Мало. То, что вы пометили, давай. Возможно, это был труп противника. Стой, погоди, не высовывайся, пока сидим. Я не собираюсь высовывать. Все. Они в том доме, у них зона, Макс, слышь? Да, я понял. Я могу туда залезть, если что, и разъебать их. У меня фича норм. Главное сейчас, ребят, очень постараться. Сейчас они нас тупо... Подзарядитесь везде, пожалуйста, подзарядитесь везде. Я полностью. Я везде подзаряжен. Сейчас я открою дверь, смотри, когда зона пойдет. Нету. Возьму этот... Залечи броню-то. Залечи броню. У меня нету, нечем. Сейчас, держи. На, вот тебе. Я тебя накидал в баллон. Быстрей. 20 секунд. Я сейчас, смотри, ребят, у меня есть приманка, я ее вытащу. Вы пойдете за мной. Хочешь, я могу подыграть, побежать вместе с приманкой? Нет. Все нужны. Да я пробегу. Нет. И лучше хищника включи. Я пробегу. Стой, тихо, смотри, где палят. Не ссы, пошли. В дом. Я, короче, беру сразу дробовик. А дом положил. Блин, дымо... у них суши. Дымовуха. Что за бред? Сзади! Ебой! Топ-1. Все, мы ждали он не что, зря. Он что, один был? Они слева в углу просто все были. Просто... Там не все были, нет, один 3. Был справа, я его скоцал. Нет, смотри. Я зашел, передо мной был. Я когда за... Смотри, ты в здание пробежал, там сидел в окне. Я зашел, я его да. убил. О, жесть.